Привет, дорогие друзья. Значит, хочу в этот раз меня, значит, упрекали, что мои настоящие отзывы, значит, не настоящие. Я поэтому решил в этот раз записать не настоящий отзыв. Так что это не настоящий отзыв. Это не Амстердам. А я, и корова не моя. Но отзыв, кстати, будет не настоящим, но зато будет абсолютно честным. То есть доллары, может, не настоящие. Да, вроде настоящие доллары. Да, доллары, похоже, настоящие. Да они, наверное, просто не мои. Но это не важно. Главное, что они не твои, дорогой зритель. Вот. Ну давай считать. 10 тысяч. 20 тысяч. 30 тысяч. Так, подожди, еще тут у меня несколько Подожди, а почему? Почему тут доллары вообще? У нас долларами не пользуются. У нас в ходу евро тут в магазинах. Причем не доллары. А, это для другого не настоящего отзыва. Точно, точно, точно. Так, ладно, потом с этим разберемся. Я серьезно говорю, вот у меня вот в кошельке мелочевка. Вот в евро, все в евро. Но, а помощь, я сейчас вас вообще запутаю. Помощь я получил вообще в биткоине. Получил, значит, помощь, сейчас упадете, я стал миллионером, мультимиллионером. Получил помощь, значит, неделю назад, 10 миллионов 666 тысяч 420 сатоши. Вот, кстати, сделаю небольшую вставочку, забыл продемонстрировать изначально, когда был в машине, насколько быстро я получил помощь, ну вот я там, какого это числа было, 16-го, что ли, получается, да, по-моему, 15 января запросил помощь, вот в 11:04 вечера, значит, попросил вот в биткоине, и, значит, вот уже в 10:07 оформилась заявка. Вот, а в 10:15 уже была заявка одобрена десятником. А в 12:34, на самом деле раньше, это почему-то произошло, ну, типа, мне пришло уведомление от Вертера спустя, сколько получается, 1:15, да, но на самом деле я в течение там получаса получил помощь, это реально было самое быстрое оказание помощи мне. Вот, ну и вот, значит, да, там, все я получил. Ну а дальше там, в принципе, то, что видно в видео, единственное, вот я забыл, что, да, есть такой замечательный QR-код, можете его отсканировать. Попадете, значит, в мою реферальную систему в МММ. И если зайдете через меня, я вам подарю бонус реферальный, который я получаю за ваше первое оказание помощи. Почему нет? Прикольно ведь. Да, так что вот, пожалуйста, QR-кодик, сканируйте. Можно списаться в Телеграме там. А вот QR-кодик, можно блог прочитать, значит, правила там все, все такое, тоже рекомендую, пользуйтесь на здоровье. Ну да, вот получил, значит, 7 дней, да, отзыв, кстати, помимо того, что он честный, он еще и, значит, согласно правил будет в этот раз, потому что меня упрекнули, что отзывы надо писать по правилам. Вот, я тут, конечно же, соглашусь, поэтому я подготовил вот Вертер, я Вертеру отправил даже скриншот с правилами. Тут надо рассказывать, значит, что отразить нужно. Дата вступления в МММ, точно не помню, по-моему, июль прошлого года. Рядовой участник я являюсь, краткая история, да уже рассказывал, не буду, и так уже 3 минуты. Вот, поэтому не буду ничего говорить про историю. Что там еще?
Сумма оказанной помощи. Оказалось, значит, помощи на 10 тысяч долларов. Вот, пожалуйста, прям показываю эти самые запись с экрана. Вот. Так, мой десятник. Вот, 10 тысяч, значит, я оказал помощь, 10 тысяч получил. Ну, 10 300 оказал, 10 тысяч получил. Все, жду, пока меня обманут. Блин, то я говорю, вот уже 10 тысяч прокрутил, не обманывают. Нереально не обманывают. Я вот даже уже подарить там стал деньги направо-налево, ну, потому что думаю, ну, где подвох? Не знаю. Пока не понял, где подвох. Да, значит, что там еще у нас по правилам? Давайте пройдемся по правилам. По правилам у нас, значит, сумма получения помощи, скрины, средства и все остальное по желанию. Отлично, давайте, значит, приступим, значит, к... Вот у меня есть криптокошелек мой. Получил я, значит, в МММ, вот у меня есть МММ специально отдельный кошелек. Получил я, значит, 10 666 420 сатоши помощи. Смотрите, за одно получение помощи стал мультимиллионером. Прекрасно. Вообще, я рад. Что из этого следует? Давайте там тем, кому непонятно, что это за единицы такие. Вот на данный момент это порядка 3300 евро, да? Я получил порядка 4000 долларов помощи на момент получения. Вот, значит, да, все получил очень быстро. Вообще, это самое быстрое получение помощи, которое у меня было. Все классно. Стал вот мультимиллионером биткоиновым. И что? Ну и все. Все работает, всем все платится. У нас, как видите, даже не настоящие отзывы как-то кишат настоящими фактами. Так что, да, дорогие друзья, участвуйте, проверяйте. Что я забыл что-то сказать, не забыл. Кстати, обратите внимание, какое странное число, да? 3 шестерки, 4,20. 4,20 я знаю. Павлик, кстати. Пользуясь случаем, передаю тебе привет. Все на месте. Да. 3 шестерки тоже что-то знакомое. Что, 3 шестерки, что это такое? 3 шестерки это у нас, значит, я видел где-то такое. Где-то я такое видел. Где-то я такое видел. А где же я это видел? А видел я это на лбу 3 шестерки я видел у одного там второсортного рэпера. Точно. Здесь что-то значит. Может, это поза такая? Ну, блин, проклятый извращенец. Ну ладно, не суть важно. Короче, люди становятся миллионерами в МММ. Имейте это в виду. Особенно становятся миллионерами, если они участвуют в биткоине. Вот, помощь платится, помощь получается. Ну, как видите, участники МММ не бедствуют, да? Там всякие херни занимаются, отзывы там записывают ненастоящие. Так что богатство вам, дорогие зрители.